Hey, girl, this coconut. Ой, кот к нам чипса. Бангкок, я люблю тебя. Прилетели в Бангкок, и это вот наш отель, называется Grand Tower. Видимо, что был очень крутой в прошлом, лакшери и пятизвездочный, но сейчас он уже как бы старенький, поэтому сейчас уже всего 4 звездочки. Hey, Pamela. Мне нравится, как они делают карты. Например, на эту сторону карта одна. На эту сторону карта другая. То есть они хайлайтят, да, то есть подсвечивают линии, которые активные, которые конкретно линии, которые идут на эту ветку. К примеру, если вы едете на эту сторону, то вам не будут здесь показывать всю карту. Конкретная ветка будет выделена ярким цветом. На эту сторону, соответственно, будет выделена другая ветка ярким цветом. И вот, естественно, не могут не нравиться вот эти вот очередя в метро. Обожаю снимать эскалатора. А корейские исполнительницы. Смотрите просто какой ТПУ, реально развязки. Несколько ярусов этих метро. Подземок нету, видите, есть надземки только. Очень старое метро, кстати, в Бангкоке. Относительно Азии. Кхярда — это, конечно, моя любовь. Заслуживает отдельного внимания. Посмотрите, здесь вся реальная жизнь. Прям вот так вот под метро. Огромный длинный скайвок. Новый год к нам мчится. Сегодня, кстати, 20 ноября. Это реально чертовски длинный переход. Я не знаю, наверное, где-то километр. Мы идем и идем. Нас после Дубая этим, конечно, не удивишь. Павимент. Мы проходим мимо. Такие магазины мы любим. $2600. Итак, мы в даунтауне Бангкока. Друзья, еда — это не мой контент, но вот эта котлета — это просто совершенно.
экскурсии. Приехали в центр Бангкока, пытаемся найти ресторан, а тут одни цветы вокруг. Традиционная тайская старая улица. Приехали в один из храмовых комплексов на другом берегу, старый Бангкок. Один из главных храмов пагод Бангкока. Главной туристической улице Бангкока, называется Khao Phan Road. Огромные лобстеры вообще, смотрите, просто громадные. Чувак написал: гранатовый сок без сахара, без льда. Но в итоге чувствуется и сахар, и лед. А это вот огромный Platinum Mall, очень известный своими низкими ценами. Майя говорит, даже вот с Бирмы сюда приезжают люди затариваться и потом продают это в Янме. Кстати, вот такси, да, советую брать литр такси, то, которое под счетчик, такие желтые машины, посадка около доллара, и потом, ну, счетчик идет медленно, главное, как бы, дешевле, чем брать тук-тук, реально. И здесь начинается плейлист, ребята, посвященный уличной культуре на моем канале. Смотрите, здесь плавают лодки по каналу и вдоль канала. Все разрисовано в граффити. Видите, огромный взгляд пространства. Находится арт-музей Джима Томпсона. Кто такой Джим Томпсон? Джим Томпсон — это американский бизнесмен и архитектор. Значит, основал этот музей. Одно из самых главных туристических достопримечательностей вообще всего Таиланда. Сдавал также традиционные тайские изображения с использованием древесины, одежды и бумаги. Вы, собственно, видите, Джим красавчик. Было много шелка, то есть он бизнесмен, и в то же время у него была вот, да, такая страсть. Создавал различные шелковые изображения, шелковые. Вот сейчас видите одежда, здесь фэшн целый появился. Remember? Как же тут круто гулять. Все такие просто прекраснейшие рыбы. Самые amazing. Yeah, amazing. Yeah.
Внутри храма, который находится на вершине горы, в самом центре Бангкока. Вот здесь окошечки. Можно наблюдать панораму города ночного. Вот мост видно, он похоже как в Стамбуле, такой же мост. Который придумал вот эти вот колокольчики звенящие, просто плюс 1000 к карме. На горе получается, на холме храм, и вот это постоянно дует свежий воздух. Вот эта молитва и звон от этих колокольчиков просто создают настолько магическую атмосферу, просто открываешь глаза и улетаешь куда-то в небо, летишь над Бангкоком. Просто, конечно, вид тоже. Я влюбился в Бангкок вообще. Таиланд, людей, и просто это суперская страна, одна из любимых стран Азии вообще. Настолько самобытный все-таки Таиланд, не похоже на другие страны. Можно замолиться 40 минут, я не понимаю, конечно. Эти люди какие бывают. Бывают такие дети на свете. Бангкок, детка, и это Чайнатаун. Сем Чанг. Живой. How much is lobster? Это огромный вообще королевский лобстер. На уголях деревянных готовят. Класс. Сука, как это вкусно просто, ребята. Том-ям, конечно, спайси, острый, нереально. Азиатский там сквер. По ночному Бангкоку, по ночному Чайнатауну. Круче ничего не видел. Круче только Гонконг. И, конечно, вот это провода, просто огромнейшие связки проводов. Как же Азия без проводов? Смотрите, это старые китайские районы Бангкока.